Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Филиппов, и сегодня я хочу вам рассказать об одной уникальной возможности, которая запущена в рамках нашей конференции, которая пройдет 16 сентября в Москве. Это большая международная конференция, которая уже стала у нас ежегодной. Однозначно, это одно из главных событий в жизни проекта двигателей дуйновой компании Solar Group. И я рад сегодня снова вас всех пригласить в Москву 16 сентября. Обо всех условиях подробно вы можете найти информацию на соответствующей странице. Она расположена на главной странице вашего личного кабинета. Там вы найдете место, время, как добраться и всю подробную информацию. Коротко могу сказать, что это будет большая международная конференция. Мы ожидаем гостей из десятков стран. На этой конференции выступят главные лица компании Solar Group и компании Sovelmash. Мы традиционно вам продемонстрируем большое количество электродвигателей с технологией «Славянка», техники с технологией «Славянка». Ну и, конечно, дадим самую актуальную и свежую информацию о том, как развивается проект и компания Solar Group. Такие конференции хороши тем, что они дают возможность вам всем встретиться в одном месте, всем инвесторам, всем партнерам. И, конечно, такие мероприятия очень сильно объединяют. Более того, однозначно вы найдете там единомышленников, найдете людей близких по духу, потому что вы все являетесь участниками проекта «Двигатели Дуйнова», а значит, у вас схожие интересы, схожие цели в жизни, и это всегда очень интересно и полезно. Вы знаете, что наш проект международный, у нас есть участники из самых разных стран, и порой так получается, что просто добраться до Москвы – это достаточно ощутимые расходы, 2-3 тысячи долларов с учетом билета, проживания, еще несколько дней как минимум нужно находиться в Москве, и некоторые просто не могут себе это позволить. С другой стороны, многие из этих людей действительно сделали большой вклад в развитие проекта, и однозначно они заслуживают того, чтобы посетить это мероприятие. Поэтому мы объявляем специальную возможность, в рамках которой вы сможете посетить нашу конференцию совершенно бесплатно. Что нужно вам для этого сделать? Есть два варианта. Первый вариант. Для того, чтобы бесплатно приехать на конференцию, вам необходимо иметь объем инвестиций на сумму не менее 50 тысяч долларов. И такая сумма у вас должна быть проинвестирована в проект до 15 августа. То есть до завершения действия акции «Спасибо», которая сейчас у нас проходит в проекте. Обратите внимание, что не обязательно прям вот в рамках акции «Спасибо» проинвестировать именно 50 тысяч долларов. Вам нужно, чтобы объем инвестиций на момент завершения этой акции был равен 50 тысячам долларов. Может быть, у вас уже, например, проинвестировано 30 или 40 тысяч долларов. В таком случае вам нужно будет просто там 10 или 20 тысяч долларов добавить, чтобы общий объем инвестиций стал 50 тысяч долларов. Ну и, соответственно, если у вас ноль, вот тогда вам нужно именно 50 тысяч долларов до 15 августа проинвестировать. Обратите внимание, что это должны быть именно фактические инвестиции, именно те деньги, которые вы фактически уже проинвестировали, не рассрочка. В таком случае вы попадаете под возможность бесплатно поехать на конференцию в Москву как крупный инвестор проекта. Вторая возможность относится к нашим активным партнерам. Вы можете сами не инвестировать такую сумму, а хорошо поработать. Тем более сейчас у нас действует акция «Спасибо», про которую я говорил. И, конечно, в рамках этой акции продвигает наш проект гораздо проще. Так что, я думаю, это вам тоже поможет. Что необходимо сделать? Необходимо в момент действия акции «Спасибо», а именно с 17 июля по 15 августа, в этот период совершить продажи в первой линии на сумму не менее 50 тысяч долларов. То есть абсолютно такая же сумма, только продаж в первой линии. Это может быть либо один инвестор, который проинвестирует 50, или 60 или 70 тысяч долларов, либо много не таких крупных инвесторов, ну, чтобы общая сумма в первой линии была не менее 50 тысяч долларов. Если вы как партнер достигнете такого результата в объявленные сроки, в таком случае вы тоже сможете посетить нашу конференцию в Москве совершенно бесплатно. Как только вы выполните озвученные мною условия, с вами свяжутся менеджеры компании Solar Group и расскажут вам все детали того,
как приехать в Москву, помогут вам приобрести билеты, забронировать жилье, то есть ничего вам дополнительно не нужно будет делать, мы вам во всем поможем, как только увидим, что вы выполнили озвученные мной условия. Так что здесь для вас все тоже будет максимально просто и прозрачно. В общем-то, это все условия, все достаточно просто, понятно, так что подумайте, что подходит именно вам, используйте эти условия и приезжайте на нашу конференцию, которая, повторюсь, пройдет 16 сентября в Москве. Все подробные условия есть в личном кабинете, есть в наших новостях, читайте. Это то мероприятие, которое точно стоит посетить. Более того, обратите внимание, что если вы не сможете поехать, вы можете передать эту возможность своему другу, другому инвестору, партнеру, для того, чтобы он приехал вместо вас, это тоже возможно. Или же вы сможете забрать эту поездку инвестиционным пакетом в случае, если вы сами не сможете приехать и не сможете никому эту возможность передать. Поэтому в любом случае вас ждет бонус при выполнении озвученных мною условий, и я уверен, что он станет дополнительной мотивацией для вас стать инвестором, либо проявить активность как партнер в обозначенные мною периоды. Большое спасибо и увидимся в Москве!